группу из 11 бритв прислал в заточку Сергей. Примечательным является то, что 10 из этих бритв Сергей планирует выставлять в продажу. Поэтому под этим видео в закрепленном репортаже я оставлю координаты Сергея. С ним можно будет связаться и обсудить все интересующие вас вопросы. Бритва, которая в число продажных не входит, с нее и начнем. Это будет Рюичи Сайта, модель СК номер 2. Но перед тем необходимо сделать небольшое вступление. Все бритвы после того, как были получены, строго придерживаясь установленного норматива, были обеззаражены, далее осмотрены. Там, где это было необходимо, были подбиты осевые пины. Еще на какой-то из бритв я слегка увеличил межпиновое расстояние закрывания клинка, дабы клинок не упирался в клин, соединяющий две щечки, а утапливался туда безо всяких трудностей. И все бритвы были заточены. Заточены они были по предварительному сговору с Сергеем с участием изоленты, дабы спинки этих прекрасных инструментов оставить нетронутыми. Итак, с первой начнем. СК номер 2, всем нам хорошо известная, эксклюзивная штука от Рюичи Сайта. После столкновения с твердым и предположительно керамическим предметом получила небольшой замин на режущей кромке. В результате заточки этот замин был благополучно убран. Далее идем. Это у нас Жуе Бревет. Вот такой старый французский клин в новой нарядной оправе, будем так говорить. Номер второй. Далее господин Грифс и сыновья. Это у нас номер третий. Под номером 4 у нас будет
господин Хердер, номер 49. Сейчас она будет делать дзынь-дзынь. Так, номер четвертый. Сразу прошу простить. Может наблюдаться некий мышечный тремор в руках. У меня увеличились физические нагрузки, поэтому здесь нет ничего удивительного. Я по-прежнему не пью, не курю, запрещенных препаратов не употребляю, только спорт. Чего и вам от всей души желаю. Тем временем, номер пятый. Джозеф Эллиот из лучшей серебряной стали. Так, номер 5 осмотрели. Далее. Логан Грег HDW & Co. На самом деле это у нас Генри Боккер. Под номером 6 осмотрели. Далее Breedlove HDWE & Co. Extra Hollow Ground Sheffield. Вот по этой бритве хотел бы сделать небольшое уточнение, поскольку здесь клинышек узенький, соответственно, вот это расстояние между щечками внутреннее, оно тоже небольшое. Поэтому я осевой здесь подбил, но если закрывать, поскольку оправа достаточно гибкая, если закрывать с усилием, то велика вероятность того, что клинок, режущий кромкой, зарежется в ребро щечки. Если же закрывать медленно, то она закрывается четко и ровно по центру. Ну, здесь, в общем-то, такой конструктив для того, чтобы это менять, скажем так, кардинально. Это нужно оправу эту разбирать, что-то мудрить, хитрить с клинышком, а это не совсем, скажем так, адекватных усилий будет стоить, поскольку все оправы старые, при разборе велика вероятность того, что она лопнет, даже несмотря на то, что вот здесь вот такие вот усилители металлические по краям расположены. Поэтому проще всего, и это, наверное, будет справедливо для работы с любыми бритвами, закрывать стоит не торопясь и не прикладывая чрезмерных усилий. Так, это у нас номер какой? Давайте-ка посмотрим. 2, 4, 6, 7 был.
Под номером 8 у нас Джордж Батлер. Тоже звенит. Номер 8. Под номером 9 Вейден Бучер. Клин, он и есть клин, Хинка. Берет и сечет. Номер 9. 10 номер. Снова таки господин Грифс. Вот в такой нарядненькой оправе. Это у нас, если я правильно понимаю, кость. Увесистая бритва, очень увесистая. Так. И обратно. Она вот здесь, у нее есть, я безусловно подбивал осевой. Но у нее есть какой-то здесь сегмент движения, при котором она как бы так себя ведет абсолютно расхлябанно. Однако потом все становится. Вот она здесь плотно. Вот здесь плотно. Вот какой-то момент. Наверное, это всего, скорее всего, из-за того, что отверстие в самом клинке, оно неровное. Но здесь уже ничего не попишешь, особо здесь перебивать тоже не стоит, поскольку просто лопнет кость и все. Это был номер 10. И последняя. Кстати сказать, вот здесь я расширял вот это пространство. Зато теперь клиночек абсолютно хорошо и спокойно здесь ходит. BJ Ir. Поздний грифс. Опять же таки. Считайте грифс номер 3. Вот, в общем-то, и все. Бритвы пакуются завтра, безусловно, с самого утра будут отправлены. Вам мне остается пожелать приятного вечера. И до скорых встреч в эфире. Пока.